влюбился. Врач сказал, чтоб я лечился. Выписал он мне лекарство, но почуял я коварство. Стал читать инструкцию, изучать продукцию. Вот раздел побочных действий, от лечения последствия. Тошнота и диарея, эрицема, диспепсия, дерматит, анорексия, спутанность всего сознания. Пуганье гласит, гастрит, гематурия и нефрит. И какой-то там колит, судороги и стоматит. Невротический отек, что за хрень я не просек. Кандидоз и некролиз, гепатит, метеоризм. Лихорадка, боль в башке, сыпь, крапивница в руке. Тромбоцитопения, головокружение. Эозинофилия, хреноаремия. Синдром Стивенса и Джонса, выпьешь, запоешь, как Бьонсе. Цвет меняет ваш язык, но я к этому привык. Ажитация, тревога, очень уж побочек много. Гиперматиоактивность и в сортире продуктивность. Мои волосы все дыбом, что за яд мой врач мне выбрал? Мне лечение, доживу до воскресенья. Отлежусь, чайку попью, в баньке вирус весь убью. В понедельник, как огурчик, я поправлюсь, я везунчик. От пилюли пить не стану, против лекаря восстану. Я не дам себя угробить, этим зельем отравить. Хочется еще пожить и здоровым, крепким быть.